Я бич, мистер Уайт. Джесси, тихо, я блог снимаю. Алоха, мои друзья. Это шоу Cool Story Bro, и это Даня Океанов. И сегодня будет история. Спасибо, Кэп. Джесси, блин, замолчи. Бич. Но история будет не как в тот раз. Я надеюсь, она будет смешнее. Приступим к самой истории. Дело было этим летом. Мы с друзьями и с подругами пошли на пижамную вечеринку к одной знакомой. Пижамная вечеринка — это когда друзья собираются вместе ночью у кого-то. Соответственно, надо быть в пижамах. И смотрят фильмы, подушками дерутся, ну, впрочем, развлекаются. А вот моя пижама. Она у меня в древнерусском стиле. Ты чё несёшь? Я, пожалуй, останусь в ней, чтобы сложилась небольшая обстановка пижамной вечеринки. Ну, наконец, продолжим нашу историю. Я такой собираюсь, взял с собой, разумеется, пижаму и зубную щетку. Не понимаю тех людей, которые не чистят зубы. Но мне было лень с собой брать портфель, и поэтому я положил свои вещи в сумочку к подруге. Пришли мы, значит, в квартиру, и она, то есть подруга, кидает свою сумку к стенке на пол. А у меня щетка электрическая, и из сумки такой звук. Все так засмеялись. Ну вы поняли, о чем все подумали, что у нее в сумке. Но потом я, разумеется, сказал, что это зубная щетка и все в порядке. Но это было смешно. Вот такая забавная история. Нифига не смешная. Фу, говно. Джесси, you a bitch. Итак, а теперь я хочу ответить на несколько вопросов, которые вы задавали после первого выпуска. Первый вопрос. Почему у тебя на стене висит плакат Гуфа? Он же умер, лол. Народ, это уже давно не смешная и запьяненная шутка. Я не знаю, как вы заметили, что это плакат Гуфа, но он тут висит, потому что Гуф супер-ультра-мега-крутой рэпер. И из русского рэпа я слушаю только его. И время для рекламной паузы. Сегодня я рекламирую канал Артура Журавлёва. Там выходят разные подкасты и разные шоу. Вроде канал неплохой, интересный парень, разные интересные шоу. Я подписался, поставил лайк. Вам советую сделать то же самое. Будь канал одобряет, и ссылку на его канал найдете в описании. Ну и последний вопрос. Когда выйдет наконец-то обещанное шоу? Это шоу выйдет уже совсем скоро. Мы делаем все по максимуму, чтобы уже наконец начать съемки. Ну, эта дурацкая школа очень мешает. Ну и на этом все. С вами был Даня Океанов и Джесси. Чистите зубы и отрывайтесь, пока молодые. Всем пока, до скорого. Goodbye.